Дорогие мои подписчики, сегодня мы будем проводить офигенный эксперимент по приготовлению тростникового сахара по российской технологии. Что для этого нам нужно? Обычный сахар. И один секретный ингредиент. Меласса. Что такое меласса? Меласса — это мусор, который выкидывается при... Ну, в Венесуэле им кормят скот. Свиней там, коровей. В общем, смотрите. Когда готовится панела, вот эта грязь, которая остается сверху, да, она тоже содержит сахар. И она же используется потом для приготовления рома, но это там уже к сегодняшнему делу не относится. То есть вот это как бы дешевое говно. Вот это дешевое говно. Дешевое говно для изготовления дешевого бухла. Ну, а теперь давайте смотреть, что же происходит. Мы берем, что, насыпаем сахарок. Сахарок насыпали. Ну, каждый, как знаете, как сам любит. Кому-то нравится, знаете, как в Ангстриме. Блин, что-то не открывается, а примерзло. Кому-то нравится, как в Ангстриме, кому-то нравится, как охуенные другие бразильские всякие натуральные сахара. Ой, что-то я переборщил. А теперь берем и делаем тростниковый сахар. Эффективно все это дело смешивая. Тут уже, кстати, кому как больше нравится. Кто любит потемнее, тот потемнее. Вот я тут, кстати, помешал подольше тут во второй кружечке, да? Ну и что получилось? А? Ничего не напоминает вам? Ну ладно, побольше надо помешать, побольше. Ё-моё. Так это тростниковый сахар из магазина, блядь!